Как можно отобрать мяч, не трогая соперника? Конечно, сила мысли здесь не поможет. Для этого необходимы скорость и ловкость. Именно эти качества продемонстрировали участники фестиваля по тег-регби, который прошел в Черкесске. Альбина Ламкова подробнее. Давай, потом. Смысл игры в том, чтобы занести попытку в зачетную зону. При этом у игрока мяч запрещается отнимать. У каждого из участников вот такие пояса и прикреплены на липучках ленточки. Они называются теги. Нужны для того, чтобы срывать их во время игры вместо мяча. Как только повязка будет сорвана, игрок должен немедленно остановиться и отдать мяч партнеру. Если за 4 попытки команда результативно не реализует атаку, мяч переходит к сопернику. Играют, море адреналина, море интереса, много болельщиков с разных школ, чтобы посмотреть. Кто-то видит это первый раз, кто-то уже играл. Но, судя по эмоциям и выражениям, ну, детям очень нравится. В фестивале по тег-регби приняли участие школьники Черкесска. Всего 10 команд. Умар Напшев из 3-й школы Черкесска. Он отметил, что тег-регби стало популярным среди его сверстников. Я очень люблю играть с мячом. Можно сравнить футбол и регби. Вот, например, в футболе нужно играть ногами, забивать мяч в ворота. А тут нужно взять мяч и донести до линии. Умар, скажи, какой вид спорта тебе больше нравится, регби или футбол? Регби, потому что он азартнее, веселее и безопаснее. В тег-регби играют в основном дети и подростки, так как это более безопасный вид спорта. При кажущейся простоте игра очень интересная. За счет тактического мышления игроков здесь применяется не сила, а ловкость. Тут интерактивная игра. Я очень хотела, чтобы у нас было на физкультуре регби, потому что я хочу в дальнейшем стать регбистом, тренер по регби, и учить, вот как нас сейчас Азамат Русланович учит. С большим удовольствием в тег-регби играют девочки. Родители одобряют выбор ребенка, так как игра абсолютно безопасна и способствует физическому развитию. Мы учимся в 10-й школе, но уходим на поле заниматься в 18-й школе. Ей очень нравится этот спорт. Он не травмоопасный. Лучшей командой фестиваля тег-регби стал лицей номер 15. Ей подарили и регбийный мяч. На втором месте 18-я гимназия, а замыкают тройку 6-я школа. Им всем вручили медали и кубки. Также за участие в игре все участники фестиваля получили почетные грамоты. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.